Привет, Олечки. Ходила я сегодня с этим письмом из клиники к врачу, а врач в отпуске. В общем, не судьба. До пятницы он оказывается в отпуске. К следующему врачу я записана на 10 июня. В общем, раз он, этот терапевт, до пятницы в отпуске, то я постараюсь пойти к нему на следующей неделе. Больше пока на данный момент делать ничего не могу, потому что я хочу пойти сначала к нему, выяснить, прямо с врачом поговорить об этом письме возмутительном, потому что разбираться там кому там, к адвокату или куда-то там еще идти, я просто даже не знаю, пускай он мне расшифрует это письмо, там, потому что так странно написано, позитивное и негативное, и кругом стоят крестики. Но я поняла, как это, как позитивное, но тоже странно все очень. В общем, чтобы пускай мне врач сначала расскажет, чтобы я потом не получилось так, что я пришла там возмущаться, а мне скажут: девушка, у вас тут все правильно. В общем, как бы вот так. В общем, пока переносится немножко это все дело. Надеюсь, то, что это будет не сильно долго, потому что, ну, то есть для меня это еще будет нормальный срок, когда я могу там поговорить по поводу этого всего. И хотим еще поискать с мужем клиники, которые делают именно обследование с нагрузками, вот со всеми делами, чтобы вот прям провели полное обследование мне, потому что я устала ходить и говорить, пускай меня проверят. Холестерин поднялся у меня очень сильно. У меня он был, вот сейчас у меня под рукой цифр нету. В общем, когда я начала болеть, мне делали анализ, ну, когда вот кровь там сдавала, все такое, и там проверяли, и холестерин был повышен уже тогда. А сейчас, вот когда я была в клинике, сделали обследование, он еще больше поднялся, то есть постоянно поднимается. Я прочитала в интернете, да, конечно, это глупо звучит, это не врач мне сказал, это я прочитала в интернете, что если повышается холестерин, это значит, это проблема с сосудами и идет нагрузка на сердце. Я думаю, почему я не могу глубоко дышать? У меня боли в груди, я им это постоянно все говорю, сердце обследовали, все нормально, да, пульс высокий у меня. Это как бы показатели все. Но почему-то никто на них внимания не обращает. Вот хочу с этим тоже, ну, с терапевтом на эту тему поговорить. В общем, вот такие вот у меня как бы такие планы небольшие, потому что много планировать даже ничего не хочу, уже что-то сил нету. Я когда начинаю говорить про все эти вот врачи, про врачей, про биржу трудоустройства, мне прям как-то вот не по себе уже становится. Я прям вот такое ощущение, что как об стенку бьешься и бесполезно, ничего не происходит. Вот какое-то вот это неприятное состояние. Зато вот смотрите, у меня кошка молчит. Да, Луна? Мы сегодня с ней поговорили по душам, и она решила замолчать. Я говорю: если тебе, говорю, все нормально, что ты, говорю, мне все это рассказываешь? Сиди ты, пожалуйста, молча. Она теперь лежит рядом и мурлычет. В общем, не знаю, что она хотела. Наверное, внимание, как и все мы. Хотела разобрать вон те мои заросли. И все никак. Дождик идет и идет. Такая вот веселая погода. Ну, вроде на этой неделе должно быть дождя поменьше. Зато вот эти цветочки растут. Я их купила еще в клинике, в магазине. Я думала, они у меня погибнут. А они вон уже листики дают. Ну, это какая красота, да? У меня тут очередь, кого первого гладить. Да. Надеюсь, не подерутся. У меня радость. Мы купили клубнику. Вот это вот, она будет сердечком такая. А вот это вот другой сорт. Вот такая вот сладкая чего-то. А я даже не знаю, что такое брума. В общем, вот одна вот эта стоит, один вот этот кустик стоит 3 евро. Он причем с цветочками. Вот, а вот эти вот, вот этот 4 штучки 8 евро, и эти 4, это один сорт. Мне надо было 9 штучек. Луна оставляем? Как ты думаешь, пойдет? Я что такая довольна с этой клубникой? Я просто думала, что мы ее вообще уже не купим. На прошлой неделе было совсем немножко, и сегодня приехали, и там было еще 5 сортов, по-моему. И там какие-то сорта нельзя было в горшки сажать. А я купила горшки, но это я вам завтра покажу. Вот. А сегодня вот сейчас отварю ужин. И все. Ничего сегодня не делала, вязала этот шаль.
Ничего не делала. Что-то меня настроение мне мое не нравится с этими всеми делами, с бумажными. И я не знаю пока, что делать. Нужно разобраться. Конечно, надо немножко успокоиться, прийти в себя. А то муж говорит, ты возмущаешься, говорит, а толку с этого никакого. В общем, надо узнать просто, как действовать. Про врача я сказала, да, что он в отпуске. Я не помню уже, я говорила или нет. Вот, ну, в общем, такие вот дела. На ужин у нас макарошки. Сейчас покажу. Вот такие вот швебиши называются, шпецли. Вот что-то мне захотелось вот таких вот яичных макарон с сосисками или с котлетками, кто что хочет. Так что макарошки уже варятся, муж там занимается моей машиной, так он ее и не сделал, сегодня времени не было, в общем, сейчас он ее поставит заряжать. Покушаем, сходим с Филюшиком, и все на сегодня, вообще никаких дел. Общалась в основном, созванивалась. Я созванивалась с Еленой, с которой я была в клинике. У нее тоже очень серьезные проблемы там с деньгами. Никто ей ничего не выплачивает. Человек вообще одна. У меня хоть муж зарабатывает, хоть с этого можем за дом платить, а она вообще одна. И ей не с чего платить за квартиру. Она говорит, были сбережения, она заплатила за вот этот вот за последний месяц. Вы представляете? То есть вот что происходит? Вот это, говорю, непонятные фирмы. Главное, мы им должны платить вот этим пенсионному фонду еще там, ну, всем этим страховкам, да, вот этим основным. А нам почему-то захотят, заплатят, не захотят, не заплатят. В общем, вот такое вот отношение. Ну, в общем, ну их в баню. Не хочу я больше об этом. Давайте о хорошем. Клубнику мы купили. Завтра покажу, как посажу. Надеюсь, то, что завтра дождя не будет так, как сегодня целый день. То идет, то не идет. Сейчас вот опять вроде немножко солнышко, но тучи огромные просто. И прям ливнем льет. Так что всего вам самого доброго. Надеюсь, завтра все-таки посадить клубнику. Надеюсь, это случится это чудо. В общем, всего вам самого доброго и до следующей встречи. Ну, не буду говорить до завтра, все-таки мало ли чего. В общем, до следующего раза.